Запись номер один. Пятое июня 2013 года. Где-то недалеко от Новосибирска, относительно недалеко, 137 километров или около того. Но я уже успешно преодолено больше половины расстояния до города Новосибирска, где меня, я надеюсь, еще ожидают в гости друзья. Вот, за это время шел дождик, потом он кончался. И вообще погода очень странная. Попадаются очень интересные люди, некоторые даже бибикают. Когда им поднимаешь руку, вместо того, чтобы остановиться, они бибикают. Мой путь уже приблизительно 4,5 часа составляет. 4, в 4.00 я находился на мосту через реку Томь. То есть, в принципе, технически я покинул город больше 4,5 часов назад. За это время пройдено около 7 километров. Остальное все проехано. Пока что в ожидании следующей машины небольшой перерыв. Меня подвез замечательный человек. По-моему, Слава. Большую часть пути мы ехали с ним, но он, к сожалению, отправился в Кемерово. Он занимается техническим сервисом по обслуживанию, ремонту дорог. И, как он интересно сказал, это так здорово, когда ты куда-то приезжаешь очень далеко, а на тебя смотрят как на Бога. А все потому, что без тебя они сами не справятся. И ты единственный, кто со всем этим может справиться. Что интересно, машин здесь гораздо меньше, чем было раньше. То есть сейчас их проезжает 1-2 в минуту, а раньше было прям очень много. Но, видимо, болотная – это какая-то действительно середина пути. И здесь их гораздо меньше. Конец связи. Надеюсь, что в следующий раз я выйду уже в Новосибирске и надеюсь, что будет еще не так темно, чтобы записывать.